Всем доброго дня, с самого утра мотаюсь по делам, всяким разным. Так люблю этот фильтр, но он искажает цвет. Сегодня птенчик. Вот. Я единственное не поняла, а может быть такое, что у меня происходит акклиматизация? Потому что раньше никогда такого не было. Такие морозы, и я себя очень хорошо чувствовала на Мальдивах, просто шикарно. Ну, понятно, что меня вырубало, я не могла рано проснуться, и это даже круто, я высыпалась, восстанавливалась. Но тут в Москве, обычно, когда я прилетала домой, все так у меня бодрячком, то ли я эмоционально тоже очень много себя отдаю, что-то какое-то такое странное состояние, вроде все хорошо, а вроде так и не очень. От которых я просто в восторге. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Оля. Ласта. Очень приятно. И нам тоже. Собственно говоря, вот вы из другого города, да? Мы вообще из другой страны. Из другой страны приехали специально ко мне, чтобы лично мне все вручить. Спасибо вам большое. Мы вас любим. Спасибо. Так, ну что, мои хорошие. Хотела, конечно, создавать интригу до последнего момента, но хочется, чтобы вы все ждали сегодняшнюю ночь. 00:00, потому что в 23:59 уже по доброй традиции, четвертый год подряд, в мой день рождения, в этот момент, когда наступает мой день рождения, я дарю вам песню. Через 20 минут я выложу снипет в ленту. Поддержите, пожалуйста. Вот красиво. Так, это то, что я просила с подошвы, да? Да, но это вообще эксклюзив, не даст совсем. Ага, эксклюзив. Тут вообще тоже мега эксклюзив. Сейчас тоже посмотрим, как нам... Сейчас будем мерить. Сейчас вернемся. Ой, Росси, я обожаю, красиво. Угу. Все горит, все блестает. Кайф. Ставьте уведомления, пока я сама не забыла, потому что я просто как белка в колесе, мне все нужно успеть. Я столько всего организовываю, и сегодня поняла то, что мне нужно было еще сделать ресницы. Я не успела сделать, потому что у меня, смотрите, после отпуска их не стало. У меня нет обуви под платьишко, у меня нет обуви под другие платьишки. В общем, просто голова кругом идет. Так что, ладно, все успеется, все получится. Вы все в это время не будете спать, потому что вы захотите послушать мою новую песню и за одним поздравить вашу Бу. Ну как? Первая. Красная косточка. Так, ну эти вообще просто какие-то нереальные. Они, знаете, они удобнее мне. Серебро всегда кстати. Но это просто любовь. Они нереальные. Очень красиво смотрятся на ножке. Хороший каблук, удобный.